лучших групповых упражнений по второму юношескому разряду. На третьем месте команда города Краснознаменск. Цветовая Виктория, Огнярко Анна, Симакина Вероника, Дубинина Валерия, Багряна Мария. На втором месте команда города Реутов Хрусталики. Полюшкина Анна, Алстанова Елизавета, Парамонова Юлия, Романова Ева, Костевич Ульяна, Кривоножкина Кира. На первом месте команда города Москвы, спортивная школа 62. Среди команды, выступающих